Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня у нас 10 февраля, и мы подводим итоги конкурса по розыгрышу арбалета-пистолета. Ну, не будем откладывать в долгий ящик. Собственно, начнем. Как и в прошлый раз, мы будем использовать сервис Lisa On Air. Вот сейчас мы наведем поближе. Вставляем ссылку на видео. Итак, победил Дмитрий Заболотный. Вот, это я даже знаю кто. Вот наш постоянный, так сказать, подписчик. Итак, Дмитрия мы поздравляем с выигрышем. Вот, собственно, мы с ним свяжемся, как удобнее доставить. А также хочу напомнить, если кто пропустил, что сегодня утром мы выложили анонс следующего конкурса. Он будет проходить уже на ВКонтакте, не на YouTube. А там 7 призов. Собственно, ссылочка есть в описании этого ролика. Вот, так что смотрите. А также мы решили устроить ряд, ну, не сказать, чтобы соревнований, как это сейчас можно говорить, челленджей. Вот. И затем мы взяли довольно модное сейчас направление, это челлендж 100 за 10. Какие именно это будут соревнования, смотрите в наших следующих роликах. Вот. Я думаю, это будет интересно. Всего доброго, ставьте лайки, подписывайтесь и заходите к нам в магазин.